Ви дійсно славите, Господи. Алілуя! Давайте ми вас дадім всю славу нашому Господу Ісусу Христу, який достойний, Він один достойний прийнять від всіх живучих на цій землі славу, пашану, поклоніння і любов кожного живучого. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібрались на зібрання, яке ми назвали звільнення та зцілення». Дорогі брати і сестри, хто з вас переживав чудо зцілення в своїй житті, в своєму житті. Будь ласка, руку вашу можна? Слава Ісусу. І що, ще треба вас дати славу, же, нашому Господу! Аллілюя. Для тих, хто сьогодні вперше на нашому зібранні, хочу сказати, що це не підставні руки, які я попросив підняти, бо слишком багато їх піднялося. Це дійсно історія життя кожного з цих людей. Кожен з них одна, одного часу прийде до Ісуса Христа, взмолившись і попросивши у Нього, зцілення отримав те, о чому просив нашого Господа. Наш Бог є Бог милосердний, Бог чоловіколюбець, Бог, який желає, бажає зцілювати, який бажає, щоб кожен з нас жив повноцінним життям, ні в чому не нуждаючись і будучи здоровим. Вірите в це? Сьогодні наше, наше з вами е, служіння буде направлено на то, щоб Господь, щоб Господь проявив свою силу, свою любов, свою славу. І я вірю, ми обов'язково побачимо зцілення людей, находящихся здесь. Вірите в це? Слава Ісусу Христу! Алілуя! Я сьогодні зачитаю буквально два стиха з Євангелія від Марка, які записані у першій голові. Перша голова Євангелія від Марка. 40 і по 42 стих. Получається, три стиха. Приходять к нього… Давайте брати на екран. Нормальний перевод, переклад. Браті, Ого. Не то. Пастор Сергей Павлович, это я. Тема «Господь целитель твой». Господь целитель твой. Кстати, такая нагода. Тому, кто поряд с тобой, повернись и скажи «Господь целитель твой». Господь целитель твой. Евангелие от Марка, 1 глава, 40 вирш. Евангелие от Марка, 1 глава, 40 вирш. Братья, есть у нас в Евангелии такое? Нема? Ну, добре. Тогда слухайте из иноземного. Приходит к нему прокаженный к Иисусу Христу. И умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему – если хочешь, можешь меня исцелить, можешь меня очистить, если хочешь. Я здесь остановлюсь, позвольте мне сделать небольшую зупинку. Приходит до Иисуса Христа прокаженный человек. Проказа, такая хвороба, яка и поныне в некоторых странах, в таком как Индия, уважается невылекованной. Бо там так много прокаженных, что их сгоняют в специальные резервации, потому что болезнь проказа является инфекционной. И она передается просто, когда ты стоишь рядом с прокаженным, общаясь с ним, либо взял его вещь, либо прикоснулся к нему, ты запросто можешь заразиться этой проказой. Что такое проказа? Проказа – это когда плоть человеческая покрывается такими язвами, покрывается струпьями, как написано в Библии, и происходит гниение плоти. Живая человеческая плоть начинает гнить, отваливаются у некоторых конечностей, у некоторых нос выгнивает и уши. Это не фильм ужасов, это истина такая болезнь проказа. И в древнем Израиле, точно так же, как и сегодня в Индии, прокаженных, по слову Господнему, поселяли в определенных местах. Они не имели права находиться там, где находятся здоровые люди. То есть в своих городах, в своих домах, в своей стране они были обособленным народом. Народом, который назывался прокаженными. И человек, имеющий на себе такую проказу, обязан был видя приближение людей, кричать, нечист, 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 чтобы они случайно не подошли к нему и не дай бог не заразились этой смертельной болезнью. Итак, проказа, она как символ греховного состояния человека. Я не знаю такого греха, я думаю, ты точно так же, который бы не уничтожал нас. Не знаю я такого греха, который бы не убивал нас. Пусть не сразу, но постепенно. Человек, находящийся в состоянии греховной жизни, постепенно умирает. Часть за частью этой души, отмирая, превращается в ничто. Человек деградирует. Человек становится совершенно другим. Грех извращает жизнь человеческую. И она направлена на то, чтобы погубить человека. Иисус Христос стоя рядом с этим человеком, услышал от него такие слова. Если хочешь, ведь ты же можешь меня очистить. Прокаженный имел понимание, имел веру в то, что Иисус Христос, если только пожелает, освободит его от этого гнета проказы, освободит и изменит его жизнь. Прокаженный, веря в это, Обращаясь к Иисусу, заметьте, что Иисус не убежал от него, не развернулся, не дал дробака, как говорится, потому что нечистый, потому что могут заразиться и он, и его команда Иисуса. Но он, остановившись рядом с этим прокаженным, выслушал его. И прозвучали такие слова. Падая пред ним на колени, этот прокаженный говорит ему, если хочешь, ты же можешь меня очистить. Читаем дальше. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, ⁇ хочу, очистись ⁇ После своего слова проказа тотчас сошла с него, и он, прокаженный, стал чист. Мы здесь видим, на мой взгляд, очень интересное свойство, качество характера нашего Бога и Иисуса Христа. То, что мир почитает недостойным, люди, живущие вокруг этого прокаженного, считают его недостойным, даже находиться рядом с ним нельзя. Говорить с ним нельзя. Он плохой, потому что он больной. Не говоря уже за то, чтобы коснуться его то Иисус Христос в этом только в одном лишь кусочке Библии он показывает свой характер, нарушая все человеческие принципы, традиции. Вот этот вот знак отчуждения, отвержения. Ты нам не нужен, ты поганый, ты грешник. Иисус Христос при всех людях нарушает закон человеческий и касается этого грешника, возложив на него свою руку со словами: "Я хочу, чтобы ты был здоров" хочу, сказал Иисус, очистись. Сегодня ты пришел на это собрание. Может быть, ты нуждаешься в исцелении плоти от какой-то болезни. Может быть, ты желаешь получить свободу от какого-то греха, греха, от какой-то зависимости. Ты искал множество вариантов, как получить свободу, и не нашел никогда. До сих пор ты нуждаешься в этом. Ты пришел к Иисусу Христу, ты ведь не пришел к человеку. Я хочу, чтобы ты услышал еще раз. Если твоя надежда на человека, который сегодня здесь будет что-то говорить, что-то делать, то ты должен изменить свое мышление, изменить свое представление и видение. Прежде всего, должен сегодня прийти к Иисусу Христу. Потому что лишь только у него вся власть на небе и земле, как мы сегодня слышали песни. Лишь только у него вся сила и могущество. И самое ценное, что сегодня услышать и уловить и усвоить. И пусть оно живет в сердце твоем навсегда. Что Иисус так сильно любит тебя, что хочет тебя очистить. Когда ты сегодня в конце этого собрания, во время молитвы об исцелении, об освобождении, скажешь ему, Иисус, прошу тебя, освободи, очисти, исцели. Ты должен слышать эти слова в сердце своем. Хочу, говорит Христос. Хочу, и я в этом абсолютно убежден. Потому что зная, для чего приходил Христос на эту землю, я не могу даже усомниться в том, что и я слышу это слово. Хочу, чтобы ты был свободен, хочу, чтобы ты был чист. Потому что там, на кресте Голгофы две тысячи лет назад Христос умирал за нас, вместо нас, чтобы подарить нам жизнь свободную, счастливую, благословенную. И если Претерпев над собою такое поругание, Бог не может нас исцелить, то у меня нету, нету, нету объяснения, зачем это все было делать. Христос желает нас исцелить. Я сегодня хочу вам рассказать одну историю, которую я люблю, очень люблю рассказывать на наставничестве. Люди, которые посещают наставничество один, наверняка ее слышали, но я еще раз ее повторю. Это, знаете, история о том, кто мы и кто есть Бог. История о том, почему мы с вами имеем страдания, живя на этой земле, почему сатана нас так ненавидит, и кто хочет им нас спасти и помочь нам. Итак, я Господь, целитель Твой. Библия прекраснейшая книга. И, дорогие мои, кто бы что бы нам ни говорил, она является источником единственным, который говорит нам о Боге. В Библии есть все. И Библия нам открывает немножечко духовный мир, которого мы не видим своими физическими глазами. Библия нам говорит о том, что вокруг нас существует духовный мир, в котором есть ангелы которым есть те, кого мы не видим, но имеющие огромную силу и те, которые должны нам помогать. Но есть ангелы, которые и вредят нам, и желают лишь только того, чтобы нас убить. Библия говорит о том, что над ангелами, которых несметнейшее количество, находятся, управляют ими архангелы. То есть сама приставка архи означает наивысший имеющий власть, Архангел. Я не знаю на самом деле, сколько их, но изучая, читая описание, я услышал только лишь три имени. Архангел Гавриил, Архангел Михаил и Архангел по имени Люцифер. У пророка Иезекииль есть прекраснейшее описание этого Архангела по имени Люцифер. Библия нам говорит, что это было прекраснейшее творение Божье. Его создал Бог. Он был самым прекрасным архангелом на небесах. Бог не стесняется в описании этого архангела по имени Люцифер. Он так и говорит, ты был наипрекраснейшим. Ты ходил среди сияющих огней. Ты был рядом со мною, говорит Бог. Ты был в царстве моем. Библия говорит, что у него, у этого Люцифера, находилось в подчинении большое количество ангелов. Мы с вами знаем из Писания, что архангел по имени Люцифер, что значит сын Зари, имел такую власть, сам Бог об этом говорит в Языкиля, что от обширности власти, хоть в Библии и в российской написано, от обширности торговли, но если мы разберем слово торговля, то означает влияние, власть, от обширности влияния и власти Твоей на небесах. Люцифер, возгордилось сердце твое, и ты согрешил, потому что гордость вошла в Тебя. Так Бог говорит за Архангела Люцифера. И этот Люцифер, имея такое влияние и власть, подговаривает на небесах. Одну треть примерно ангелов и на небе возникает, зарождается бунт, потому что Люцифер захотел поставить свой престол, свой трон выше трона Божьего. Как написано в Библии, и началась война между ангелами Божьими и ангелами Сатаны, Люцифера. Я сейчас поясню, почему изменилось его имя с Люцифер на Сатаны. Но Творение никогда не победит своего Творца. Но ну, не сможет холодильник повр... победить меня. Я ж могу его просто выдернуть из розетки. Правда? Я... Пылесос не набросится на меня и не замотает меня в свой шланг. Мы знаем, как это все работает. Никогда творение не победит своего Творца. После этой битвы на небесах Библия нам говорит, что Люцифер и ангелы Его. Потерпели поражение, за что были сброшены на землю. Пожалуйста, запомните этот момент. Люцифер и ангелы его сброшены на землю. С того самого дня, когда Люцифер, возгордившись, поднял бунт против Бога, его имя меняется с Люцифера на сатана, что означает лжец. Там, на небесах, он впервые согрешил. На небесах зародился грех под названием бунт, противление, гордость. Люцифер лжец, потому что он сеял ложь. И имя его с тех пор не изменилось. Он стал дьяволом и сатаною. Он Богом сброшен с небес на землю. Подтверждение этому, если вы читаете Новый Завет, Иисус Христос говорит евреям, слушающим, вы говорите мне, ты не мог видеть Авраама, но я вам говорю, что видел сатану как молния, сброшенного с небес на землю. Теперь мы начинаем смотреть на Библию, на голову, то есть на бытие. Первая, вторая, третья глава вот о чем я хочу вам сегодня рассказать, когда Бог сотворил небо, землю написано, мы должны с вами знать, что война была на небесах. И земля уже существовала, раз Бог сбросил Люцифера на землю. Значит, в процессе творения земли и все, что находилось на ней, произошла война на небесах. Земля уже была, и сатана сброшен на землю. Но сегодня нас интересует лишь один шестой день творения Божьего. Интереснейшая история. Бог, написано, сотворил деревья, рыб, птиц, творюк всяких земных и сказал им: размножайтесь, наполняйте землю! А вот в шестой день Бог, склонившись над землею, из праха земли лепил образ и подобие свой. Вы же читали, что в шестой день Бог создал человека по образу, подобию своему. Я хочу, чтобы вы это усвоили. Тому, кто рядом, скажи, Бог создал тебя по своему подобию и образу. Ты похож на Бога. Ты похож на Бога. И не важно, что ты мужчина или женщина. Не важно, что тебе сегодня 10 или 80 лет. Ты похож на Бога. Продолжим. Итак, Бог лепит из этого праха земли на земле творение, похожее на самого себя. И как написано в Библии, Бог, я верю, что оно было именно так, наклонившись над этим творением из глины вдыхает в это творение дух свой. Так написано, вы считали? Он вдыхает в этого подобие свое, дух жизни. И написано, что становится он душою живою. Он поднимается с земли. Дорогие братья и сестры, чуть-чуть назад, к началу истории, сатана где? Как вы думаете, он видит, что Бог создает на этой земле? Как вы думаете, как он себя чувствует? Он просто счастлив, имея наверху, на небесах, полную полноту власти, силу, могущество и влияние, сброшен на землю, на его глазах Бог лепит из земли похожего на себя, называет его своим сыном, и ужас, во всеуслышание, Бог-творец говорит этому человеку, Даю тебе всю власть на земле. Даю тебе всю власть на земле. Адам, а именно так звали первого человека, созданного по образу Божьему, получает от Бога Творца на земле всю власть. А значит, что получает, как Бог и сам сказал ему, управляй всем, управляй оно все подчинено тебе. Как ты будешь править, так и все и будет. Только будь покорен мне. Сатана, находясь на земле со своими ангелами, слышит это. И он не может ничего сделать, потому что сам Бог, Творец, дал эту власть человеку. Это значит, что человек получил власть и над сатаною, и ангелами его. И все, что Он скажет им, они должны были выполнять. Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, когда по Слову Иисуса Христа бесы трепещут. Они не могут противиться власти данной Богом. Они не имеют силы. Когда Бог дает кому-то власть, она непоколебима. Эта власть опирается на могущество Всевышнего. Можете представить себе состояние. Некогда Люцифера, сына Зари, который нынче находится в подчинении у того человека, которого только что на земле создал из праха Творец. Его сердце, и так наполненное злостью, наполненное гордостью, оно не может этого пережить. Сатана знал, что нужно сделать, чтобы забрать власть у человека. Он знал это лишь только потому что сам однажды уже потерял эту власть. Нужно сделать так, чтобы человек пошел против воли Божьей, чтобы человек, другими словами, согрешил. Нужно сделать все, чтобы человек перестал находиться под властью Бога. Бог говорит Адаму, ты можешь делать все земля твоя, ты на ней хозяин, я даю тебе власть на здесь. Но есть одно но. В Эдемском саду есть дерево, которое ты не должен трогать никогда. Бог сказал, что оно мое, оно принадлежит мне. Не смей трогать с него плодов. Иначе в тот день, когда ты это сделаешь, ты смертью умрешь. Ты станешь для меня мертвым. Но мы знаем с вами эту историю когда Ева ела и предложила Адаму, и они оба ели. И что произошло? Вдруг, внезапно, два человека, живущих в раю, увидели, что они голые. Не смущает ничего. А что они до этого в шуб? Что они до этого в джинсах ходили, Левис? Или как там они? Какая разница? В чем они были одеты? Ведь их такими создал Бог. Дорогие братья и сестры, третье откровение. Когда Бог создавал Адама и Еву, Он облег их в свою божественную святость. Прекраснейший пример из Библии, когда Мойша, Моисей, находился на горе рядом с Богом всего лишь 40 дней, и спустившись с горы к людям – оказалось, что люди не могут на него даже смотреть. Потому что от него исходил такой свет, что они не могли на него смотреть. И Моисей по этой причине вынужден был покрывало опускать на свое лицо. Люди, созданные Богом, Адам и Ева, живущие в раю, каждый день встречающиеся с Творцом, имели такой свет, исходящий изнутри, что им не нужна была одежда. Они, как Бог, свет неприступный были. Они светились. Но в тот момент, когда они ослушались Бога, другими словами, в тот момент, когда они согрешили, святость Божья от них отошла. И они поняли, что они совершили нечто непоправимое. Они стали ноги. Они голыми. Гались, потому что поняли, что спрятаться уже не могут. Я не буду сегодня рассказывать дальше всю эту историю за Эдемский сад. Повторюсь еще раз, что там, в Эдемском саду, они впервые увидели, что такое смерть. Третья глава Бытие, 21 стих, и сделал Бог одежды из кожи и покрыл их наготу. Я думаю, вы со мной согласитесь, что невозможно снять шкуру животного, не убив животное. Адам и Ева впервые увидели, что такое смерть. Они поняли, что смерть это все. Это конец жизни. Там в Эдемском саду была положена концепция заместительной жертвы, когда ни в чем не повинная третья сторона отвечала за грехи человека. Животное своей жизнью, своей кровью заплатило за грех людей. Люди остались живы. Адам жил 936 лет, не знаю сколько Ева, это не важно. Но Адам жил 936. Но все-таки ушел с земли. Не сегодня, опять же скажу не за это. С того самого момента, когда Адам согрешил, вы должны понять, он передал власть управления на земле Сатане. А почему? Почему не назад Богу? А теперь иллюстрация. Вот Адам, первый из людей. Вот, ну представьте себе Адама. Может он был покрасивее, чем я, может похудее, не знаю. Это не важно. Но вот Адам. Бог ему говорит, Адам. Ты будешь, ты должен жить, ты будешь жить, ты живешь вечно. Ты будешь жить счастливо. Но если ты будешь слушать и исполнять то, что я тебе говорю, ты должен находиться под моей властью. Ты не можешь быть царем на земле, единственным. Я над всем. Ты мой сын, я твой отец. И до того момента, пока ты будешь слушать меня, ты будешь жить прекрасно в раю. И дети твои будут жить. Некоторые говорят, что они согрешили тем, что Адам познал Еву, да, как написано в Писании. Но Бог им сам сказал, плодитесь и размножайтесь. Это не в этом причина. Проблема в том, что они перестали его слушаться, что они засомневались в его власти над собою. Разбудите сестру, сейчас упадет. Я так неинтересно рассказывал, я же сам захватился своим рассказом. А с другой стороны, а с другой стороны, стоит сатана. И говорит человеку, Адаму, «Адам, ты веришь Богу? Я ел и не умер. Делай, что я тебе говорю, и ты будешь счастливым. Сделай, как я тебе говорю, Адамчик, и ты заживешь. Ты будешь, ох, будешь жить». Вы смеетесь, молодь, нам каждый день, как тому прокаженному сегодня Сатана предлагает, «Живи, как я тебе говорю». ⁇ Живи, бери от жизни все ⁇ Мы ничем не отличаемся от Адама, не смейтесь. Мы точно так же сегодня стоим перед этим выбором. Бог нам говорит, слушай меня, и ты будешь счастливым. И тебе Сатана говорит, слушай меня, и ты будешь счастливым. И Адам стоит перед выбором, ты стоишь перед выбором, кому тебе поклониться, кому тебе стать под крышу, под власть, Богу или дьяволу. Адам тогда выбрал Сатану. Он ему передал всю власть. Я буду жить под твоей крышей, потому что верю в тебя. С того самого дня, когда сатана получил эту власть на земле, начались серьезнейшие проблемы. Мы с вами знаем историю о том, как Каин убивает Авеля. Мы видим с вами из истории, что человечество не становится лучше. Начинаются болезни, начинаются войны, начинаются всяческого рода смертоносные греховные действия человечества, которые ведут его лишь только к одному – к погибели. Люди не становятся лучше. Они становятся злыми, ненавидя друг друга, презирая Бога, обвиняя Его в том, что однажды выбрал сам человек. Сатана ликует, сатана властвует на земле, но Бога это не устраивает. Творца, у него совсем другой план на землю и живущих на ней детей своих. Бог отправляет на эту землю Иисуса Христа, мы все с вами знаем и празднуем это Рождество. Все христиане мира празднуют день, который называется Рождество. Родился на земле Сын, Божий Сын. На сто процентов Бог и на сто процентов человек, потому что рожден от женщины человеческой. Но семенем является не человеческое семя, а божественное семя. Написано, Дух Святой зачал этого человека в очреве у Марии рождается Христос. 33 года живет на этой земле. Не покоряется и не поклоняется ни разу сатане. Не совершил другими словами ни одного раза греха. Ни словом, ни мыслью, ни делом своим. Он ни разу не поклонился дьяволу, хотя тот множество раз предлагал ему сделать это напрямую и косвенно уговаривал его, поклонись мне, зачем тебе страдать, Иисус? Я тебе и так отдам эту власть. Ты только поклонись мне, говорит он ему. Но Иисус был предан и верен только лишь Богу, Отцу своему, Отцу и Богу нашему. И Иисус Христос, как написано в Писании, второй Адам. И Он пришел на эту землю, чтобы забрать власть у сатаны. Забрать власть, которую отдал Адам, сатане забрать ее назад и вернуть ее людям. Вернуть ее так, как было предназначено Богом. Мы с вами знаем, что Иисус Христос был распят на кресте Голгофы, где он изуродованный, обезображенный, висел и умирал, истекая кровью. И последним словом Христа на кресте было слово ⁇ Свершилось ⁇ что свершилось Христос. Мы с вами многократно слышали слово «свершилось» и слышали трактование этого слова, но я еще раз вам напомню, свершилось, что власти сатаны, дьявола на этой земле пришел конец. Пришел конец тому, чтобы сатана безнаказанно поражал тысячи и тысячи людей – Иисус Христос, как написано в Писании, забрал ключи ада и смерти. И Иисус Христос победил сатану, Он опозорил его, потому что там, когда Он умер на кресте, и по обыкновению, как все люди, носящие на себе грех, опустился в ад, смерть впервые увидела, что не имеет власти на Иисуса, потому что Он не согрешил ни разу. Но на нем были грехи, грехи всех нас. Я всегда говорю и сегодня и повторюсь, вновь на этом кресте, на Голговском кресте, за свои грехи должен был висеть я, за твои должен был быть распят ты. Но Христос так сильно полюбил всех нас, что вместо нас отдал себя на распятие. Еще раз, за наши грехи страдать должны были бы мы. Это наказание за грехи, смерть. Кто из вас ни разу не согрешил? Нет никого. Ты должен знать, что если ты согрешил хотя бы один раз, наказание за твой грех – смерть. И на том кресте должен был висеть ты, потому что ты согрешил, потому что я согрешил. Мы все согрешили и все лишены славы Божьей, святости Божьей, от которой светился Адам и Ева в Седемском саду, которую светится наш Творец и Бог, и Отец. Мы все лишены славы Божьей за грехи наши. Но как написано в Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихе, так полюбил Бог мир, что отдал Иисуса Христа, Сына Своего, Единорожденного, на крест, на распятие, чтобы ты, однажды поверив в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Христос умер на кресте вместо нас. Вместо нас, понеся на себе наказание за наши грехи. Но на третий день Духом Святым Бог воскрешает нашего Иисуса Христа, Господа и Спасителя. Как я уже сказал, смерть не имела на Него власти. Ибо сам Христос никогда не грешил. На третий день Христос воскрес. И Бог Отец объявил всей Вселенной, всему миру, видимому и невидимому, отныне вся власть на небе и земле принадлежит Иисусу Христу. Нет никого больше, кто имел бы такую власть, как имеет наш Спаситель, Господь наш и Бог, в Которого мы уверовали, Иисус Христос. Нету большей власти, чем у Него. К чему я все это сказал? С того самого дня. Ни смерть, ни болезнь, ни проклятие, никакая иная тварь, как написано, злая тварь, не имеет на тебя власти. Лишь только Иисус Христос. И наш Бог обещает всем нам, что если мы поверим в Его жертву, если мы признаем Его, Иисуса Христа, как того, кто заплатил за мои грехи, поверим, признаем и покаемся в своих грехах перед Ним, и Иисус Христос обещает, что вы будете моими. И никто, даже сатана, не сможет вас забрать из его руки, потому что он в миллионы раз сильнее сатаны. В миллионы раз сильнее любого диагноза, любого проклятия, любой зависимости, духовной, бесовской. Он сильнее, он могущественней. И от одного лишь только имени Иисус Христос, бегут бесы. Потому что знают, что Богом Иисусу дана теперь вся власть. И все, что Он скажет, будет так. Ты счастливейший из людей, что слышишь сегодня эту истину. Потому что эта истина делает нас свободными от грехов, болезней и проклятий. Сегодня в этом доме собрались люди. И вы сегодня слышали Евангелие, суть которого в том, что за твои грехи заплачено Христом. И ты являешься свободным во Христе. Но вопрос, ты лично ты, ты кому сегодня принадлежишь? Богу или Сатане? Может быть, до сегодняшнего дня ты жил жизнью, которую предлагал тебе сатана. Бери от жизни все и бей по чану тому, кто слабее тебя. И ты будешь счастливым. Может быть, ты пользовался такими принципами. Сегодня день, когда ты услышав, должен изменить свое понимание о жизни и отдать управление своей жизнью Богу, как и было запланировано первоначально. Да, ты не окажешься сегодня же в раю. Твоя жизнь – это процесс изменений. Ты как луковица, которая имеет сверху твердую, непотребную никому шелуху, но внутри суть. И Бог чешую за чешуей – Начнет снимать с тебя до того момента, пока ты не превратишься в человека по образу и подобию Божьему. И дай Бог, чтобы нам хватило жизни. Но я думаю, что нам никому не хватит жизни стать похожим на Иисуса Христа. Мы должны к этому стремиться. Итак, сегодня мы будем иметь молитву за исцеление и освобождение. Но прежде, прежде чем мы сегодня помолимся, я вам скажу о некоторых причинах, которые мешают нам получить исцеление. Еще раз повторюсь, я не верю что Иисус не может исцелить тебя. Я не верю в это. Точно так же, как тот прокаженный, если хочешь, ты же можешь меня исцелить, говори. И Бог ответит тебе, хочу. Но есть причины, которые нам мешают, которые не дают нам приблизиться к Богу. Это объективные причины. И Бог не скрывал их никогда, а наоборот, громогласно кричит, объявляя их нам. Первая причина, которую я для себя отметил, это невежество. Я не знаю, как оно называется, незнания, пусть будет так. У, у пророка Осии написано, Бог через пророка Осию говорит людям, живущим на Земле, от неведения, от незнания гибнет народ мой. То, что вы сегодня услышали, я так верю. Открывает вам понимание того, что вообще происходит. Я не, за, не сказал, но сейчас скажу. Все болезни имеют духовное основание. Все вначале берет свое начало в духовном мире. Проклятие, болезнь, зависимость. Тебя никто не заставлял пить, блудить, воровать, колоть наркотики. Тебя же не заставлял никто. Это ты выбирал. Я всегда говорю на том же наставничестве один, что существует в духовном мире такая птица под названием Птичка-мозгоклюйка. Одно из имен дьявола в, в испанском языке. О, у меня же есть вода. Не, я не. Одно из имен дьявола в испанском языке звучит так – диаблос, вернее имя дьявол – диаблос. И слово диаблос имеет два, два корня – диа и блос. Так вот, первая часть диа означает буквально следующее – действия, направленные в одну точку. И вот эта птица под названием Мозгоклюйка прилетает к человеку, садится ему на голову и начинает долбить ему мозги. Покурим, 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 покурим. Сначала отмахнулся от нее, покурим, выпьем, выпьем, выпьем и стучит. Действия, направленное в одну точку. А вторая часть этого блосс, означает: проникнув, овладеть. Так вот, когда эта птичка пробивает твой разум, и ты соглашаешься с ней покурим, то проникнув овладевает тобою. Это принцип работы бесовского мира. Тебя нужно сначала уговорить, а когда ты это сделаешь, завладеть тобою. Почему пьяницы и наркоманы не могут бросить курить? Почему блудники живут только одним, как бы ему сблудить? Почему воры не понимают, как ему жить честно, но только воровать? Потому что им владеет бес, дух, дух сатанинский, который делать только это и хочет. И проникнув, овладевает человеком. Ты сегодня это знаешь. Вторая причина неверие. Неверие это когда люди отказываются вообще поверить. Да что ты мне рассказываешь, проповедник? Да какие духи злобы Поднебесной, да какой сатана, да кто их когда видел? Я живу, как я хочу! Неправда. Кто кем побежден, тот тому и раб, сказал нам Бог. Неверие это когда люди не хотят верить в Иисуса Христа. Что так просто? поверить, покаяться, и Бог простит убийцу, вора, насильника? Да не тебе решать, это Бог так сказал. И однажды, поверив в Иисуса Христа, ты станешь на путь новой жизни. Неверие – это то, что мешает человеку получить свободу, получить исцеление. Третье, что я подчеркнул – неисповедованный грех. Именно грех разделяет тебя и Бога. Именно грех разделил Адама и Творца. Именно грех. И не важно, как он называется. Не важно, каким грехом ты грешишь. Но это то, что тебя отделяет от Бога. А если ты отделен от Бога, как же ему тебе помочь? Да, мы знаем, что Бог вездесущ. Мы знаем, что Бог всесилен и всемогущ. Но ты же хочешь жить в грехе. Ты же хочешь жить под крышей сатаны. Бог не будет силою забирать у тебя это бог не насильник ты должен сам изъявить желание перейти из жизни с сатаною к жизни с богом ты сам должен выбрать кто твой бог кто твой царь кто твой господин как мы называем иисус господь и порою не вкладываем в это никакого смысла и значения потому что господь означает хозяин господин ты должен выбрать. Кому тебе служить? Неисповедованный грех ⁇ одна из причин, по которой люди не могут получить свободу, потому что принадлежат сатане. Четвертое ⁇ непрощение. Ох, это непрощение. Христиане так больны этим проблемным грехом. Хоть и Библия и не говорит нам в десяти заповедях о непрощении, но Бог Иисус Христос ясно и четко сказал, если ты не простишь грехов человека против тебя, то и Отец наш Небесный не простит тебе твоих грехов. Когда мы молимся молитвою «Отче наш», разве не мы говорим Богу «Прости мне грехи мои, как и я прощаю того, кто согрешил против меня». Если в твоем сердце есть обида, непрощение, то молясь молитвою «Отче наш», ты сам Богу кричишь «Не прощай меня, потому что я не хочу прощать». Услышьте, христиане, освободитесь от обид, непрощения всякого рода. Какое бы зло не было сделано в твоей жизни каким-либо из людей, наберись смелости, терпения, решительности и скажи, я хочу бороться с этим непрощением, я отрекаюсь от него. И последнее, что я для себя отметил, оккультизм. Если ты когда-либо в своей жизни обращался к этим бабкам, чародеям, колдунам, шептунам, вызывающих мертвых, гадателям, это называется оккультизм. Другими словами, ты обращался сам за помощью к бесам, к сатане. Ты сам обращался к ним. И поэтому Бог нам ясно и четко говорит, всякий из тех людей, кто это делал, проклят. Нам нужно освободиться от этого, покаявшись и отрекшись. Итак, повторю, невежество. Незнание ты теперь знаешь. Неверие ты теперь веришь. Я так верю, что ты веришь. Неисповедованный грех. И мы сейчас будем молиться и каяться в своих грехах перед тем, как мы начнем молиться за исцеление. Непрощение. Если в твоем сердце есть непрощение к любому живущему или умершему из людей, ты должен сегодня же принять решение, твердое и неповоротное, что я принимаю решение простить этого человека и попросить у Бога силы простить. И пятое, отречься от всякого рода оккультизма. И тогда... Ты имеешь дерзновение по Слову Божьему, говорю. Ты тогда имеешь дерзновение обращаться к Богу, ибо ты отрекся от всего дьявольского и принял в сторону Божью и назвал Бога своим Господом. Тогда лишь и только тогда, когда ты исполнил все поверения, наставления и Слово Божье, тогда ты имеешь дерзновение молиться и кричать, исцели меня Бог. Ведь я теперь полностью твой. Все жизни, все отрасли жизни моей, моих детей принадлежат тебе. И я предлагаю вам, возлюбленные Богом, братья и сестры, сегодня, сейчас, прямо здесь, помолившись попросить у Бога прощения, если ты нуждаешься в этом, если ты чувствуешь, что тебе нужно попросить прощения у Бога за любой грех, сделанный тобою в жизни, если ты хочешь получить сегодня прощение от Бога за свои грехи, неважно сколько лет прошло, если ты сегодня впервые слышишь это и никогда не делал этого шага под названием покаяние, я говорю тебе, Бог сегодня предлагает тебе стать под Его защиту. Сегодня Бог тебе говорит, стань моим сыном, моей дочерью. Откажись от дьявола, покайся в грехах и поклонись мне, говорит Господь. Ты будешь моим до конца дней твоих. Я прошу вас, давайте мы поднимемся на наши ноги. Дорогие братья и сестры, все те, кто желают покаяться в своих грехах перед Богом, все те, кто желают получить сегодня прощение за свои грехи, выходите, пожалуйста, вперед. Это не я вас зову. Это наш Бог, Спаситель Иисус, зовет вас. Он так сильно полюбил каждого стоящего здесь, в этом доме что две тысячи лет назад пошел на крест вместо тебя. Там на кресте Он явил тебе свою любовь, сказав, я не хочу, чтобы умирал ты. Я умру вместо тебя, потому что придет день в твоей жизни, когда ты решишь обратиться ко мне, когда ты решишь отказаться от своих грехов. Придет день в твоей жизни, этот день сегодня, когда Иисус предлагает тебе отказаться от сатаны, покаявшись в своих грехах, принять Иисуса своим Богом, своим Господом, своим Спасителем и Целителем, Иисус и Ты, и больше никого. Здесь, выйдя вперед, Иисус и Ты, и больше никого. Не смотрите на меня. Я человек такой же, как и вы, точно так же нуждающийся в прощении от Бога. Есть только Бог, который касается Духом Святым сейчас твоего сердца. Не протився Ему, не протився, потому что завтрашнего дня может не быть. Есть только ты и Бог. Слушай сейчас свое сердце. Слушай и не смотри на людей. В знак вашего смирения пред Богом. Я прошу вас, склоните свои головы перед Ним, потому что стать на колени не представляется уже возможным. Просто смиритесь пред Господом, склоните свои головы, но самое главное, откройте свои сердца для Него. Скажите, Иисус, вот я пред Тобою. Давайте мы молиться, повторяйте за мною эту молитву, но это будет вашей молитвой. Иисус Христос, вот пред Тобою я такой, как есть. Я открываю свое сердце для тебя, Бог мой. Войди в него. Я каюсь пред тобою во всех своих грехах. Прости меня, Иисус, за мои злые дела, за мои злые слова. Мысли непотребны. Я отрекаюсь от них. Во имя Иисуса я отрекаюсь от всякого греха. Я отрекаюсь от обид. И молю тебя, мой Бог, прости меня за всякую обиду к человеку. Помоги мне разорвать эти цепи. Наполни меня силою, любовью, чтобы мне простить. Я вверяю в Твои руки, Иисус, свою жизнь. Я отрекаюсь от оккультизма. Разрушь это проклятие в жизни моей, в жизни детей моих. Разрушь, Иисус. Я верю, что на кресте Голгов Ты проливал свою кровь за мое прощение, за исцеление, за освобождение от всякого проклятия. Я верю в Тебя, Иисус. И хочу, чтобы слышали все. Иисус Христос, мой Господь. Иисус Христос, мой Спаситель. Иисус Христос, мой Бог. Я отрекаюсь от Тебя, Сатана. Мой Бог, Иисус Христос. Моя жизнь в Его руках. Жизнь детей и внуков моих в Его руках. Я смиряюсь пред Богом моим, Иисусом Христом, и воздаю Ему всю славу, хвалу и честь во веки веков. Аминь. Воздайте Ему всю славу, Господу и Спасителю нашему, имя Которому Иисус. Не спешите расходиться. Если вы сегодня впервые покаялись, если вы сегодня впервые в нашей церкви, пожалуйста, с вами сейчас познакомятся служителя и подарят вам бесценный подарок Евангелия, книгу со свидетельствами. Не спешите расходиться. Пусть каждый из вас сегодня получит этот подарок. Бесценнейший подарок. Мы с вами просто хотим еще и познакомиться. Мы вам благодарны, что вы пришли сегодня на наше собрание. Благодарны, что вы сегодня с нами разделили это время. Мы благодарны, что вы слушали и слышали слово от Бога. И пусть Господь обильно благословит каждого из вас.